Всем привет! Меня зовут Влад А4, Гулен, Кобяков, Серега. И сегодня мы снимаем прятки. Но посмотрите на эту локацию. Это огромный надувной город. Мы собрали все надувное, что есть в нашем городе, и создали свой. Эту штуку мы построили, чтобы также ее использовать в прятки. Также у нас есть ангар, наш офис, территория вокруг, парковки, машина, крыша. Спрятаться можно в любое место. Но прятки у нас будут необычные. Прятки у нас будут камуфляжные. Давайте объясню, что это значит. У нас есть специальный человек, который занимается боди-артом. Это человек, который рисует вам разные рисунки на тело. И это выглядит очень красиво. Также он может вам нарисовать майку. И вам будет очень-очень сложно отличить ее от настоящей. А мерч можешь нарисовать? Ну, с мерчом, правдоподобно, не получится. Я бы лучше заказал на сайте a4shop.ru. Это верно. Ничего бы не рисовал. В общем, мы позвали его специально для того, чтобы каждый из нас стал хамелеоном и смог слиться с локацией. Вот, например, эта локация. Желтая, синяя и красная. Я ложусь, и боди-арщик меня разрисовывает. Красная, синяя и желтая. И это мой камуфляж. Я буду стараться спрятаться. Он может разрисовать нас под газон, под асфальт, под крышу, под кирпичную стену, под окно, под что угодно. Ну и, конечно же, под нашу локацию. Пацаны, сегодня будет две игры. В первой игре вы втроем ищете себе подходящее место. Говорите об этом месте боди-артщику, и он вас гримирует под это место. И я пытаюсь вас найти, вас троих. И тот, кого я найду последним, получит 1000 баксов! Гони сюда, я уверен. Нет. Я как змея, я спрячусь, ты меня вообще не найдешь. В общем, пацаны, вы можете уже расходиться, искать себе местечки, смотреть вообще, с чем вы можете слиться. Ну а потом, пацаны, вам придется найти меня. Изи. Пока я буду вас искать, я изучу полностью локацию. Я найду самые-самые-самые сокровенные места и сольюсь с природой. Все, пацаны, время пошло. У вас есть 10 минут, чтобы найти свою локацию, а потом начать краситься. Ну что, давайте осмотримся в этом надувном городе. И я попробую найти здесь самое укромное место. Потому что я маленький, я куда-нибудь залезу, меня быстренько покрасит, и все. Меня Влад будет искать вечность. Так, это еще у нас... Неплохое место, но я думаю, Влад запрыгнет туда и меня сразу найдет. Надо поискать где-нибудь снаружи. Или, может быть, под Каратазовой скрываться здесь. Хотя здесь прозрачная сетка, он меня увидит. Пойдем посмотрим, что здесь. Если я лягу вот сюда вниз и меня покрасят, он может меня не заметить. Так, возьму на заметку, посмотрим еще. А что, если прятаться не внизу, а повыше забраться? Я думаю, вот сюда, если лечь... Нет, опасно. Здесь в любой момент можно упасть. Надувной город – это, конечно, прикольно. Много красок, большой, гримироваться легко. Но я думаю, Влад будет искать меня в первую очередь здесь. О, я знаю еще одно место, где стоит кое-что яркое. Погнали посмотрим сейчас. Так. Слишком объемные вещи, мне такое не нравится. Мне кажется, боди-арщик не сможет мне помочь. Вообще, ребята, касаемо пряток. На самом деле, это я настоял, чтобы мы сняли новую часть пряток. Я так обожаю эту рубрику. Тут самые живые, самые классные, самые яркие эмоции. И мне кажется, что прятки нравятся только мне. Но если мы наберем много лайков под этим роликом, прятки начнут нравиться и пацанам. А если будет много лайков, следовательно, будет новая часть. Еще круче, замороченнее, интересней. Мне кажется, если мы наберем 2 миллиона лайков, мы сможем полететь даже в другую страну снимать прятки. Не знаю, к Новому году в логово Деда Мороза полетим, чтобы снять там прятки. В общем, ребят, обязательно ставьте лайк под этот ролик, чтобы пацаны поняли, что прятки — это офигенный формат. Докажите, что прятки нравятся не только мне, но еще и вам. Лайк под роликом. А у меня осталось мало времени, нужно срочно искать локацию. Так, ребята, ну что, в первую очередь я решил зайти в наш ангар, потому что он очень большой. И смотрите, что у нас осталось с прошлого ролика. Огромный бассейн с водой. Слушайте, есть интересные мысли, чтобы спрятаться прямо в этом бассейне. Просто занырнуть, лечь и лежать в воде весь ролик. Единственный момент, который меня смущает, это как дышать. Ну, допустим, найдем трубку. Но тогда я нарушу правила этого ролика, и меня не смогут загримировать под воду. Я же не енот, поэтому буду искать другое место для пряток. Так, может загримироваться под стенку, под кирпичи? Нет, слишком палевно. А что, если спрятаться в этот шкаф? Кстати, подписчики, вы, наверное, не знаете, что находится в этом шкафу, но постоянно видите его у нас в роликах.
Так вот, здесь постоянный запас перекусов команды А4. Здесь есть все, сухарики, чипсы, нутелла и так далее. Может быть, спрятаться здесь и Влад вообще в принципе не догадается открыть эту дверь? Нет, Влад догадается, потому что он любит полакомиться всяким сладким, поэтому здесь не вариант. Так, ладно, беру перекус и иду искать место, где все-таки я смогу спрятаться. Итак, это место прямо за вами. Это кабинет Влада. Так, и... Хоть и Влада там нету, но все равно как-то стрёмно заходить. Все-таки не беспокоить просит. Зато вот здесь, вот в этом углу, будет отличная маскировка. Здесь два ярких цвета, и я сольюсь просто идеально. Все, превращаюсь в хамелеона. Так, может спрятаться все-таки на какой-нибудь из этих локаций? Лечь и загримироваться под красный цвет. Но некомфортно здесь, некомфортно. Солнце очень сильно палит, поэтому вряд ли я смогу пролежать здесь долго. Нет, нужно искать другое место. Погнали за мной. Не, здесь стрёмно. Пойду дальше. Ну, отличная локация. Я не ожидал, что она будет такая мягкая. В принципе, в теории здесь можно спрятаться, но если Влад точно так же попробует запрыгнуть сюда, он просто меня раздавит. Нет, здесь я прятаться не буду. Так, кирпичная стена. Слишком палевно. А если еще белым мне сюда подрисуем? Не то. Все не то. Нужно найти что-то интересное, крутое. У нас открыт склад. Это на самом деле редкость для А4 продакшена, поэтому можем попробовать спрятаться здесь. У нас здесь столько всего интересного, ребята. Это целый склад А4. Вы даже не представляете, насколько много здесь всего. У нас здесь много разных кроссовок для съемок, какие-то бластеры. О, современная мухобойка с ролика 24 часа на картонной лодке. Да у нас вообще здесь все есть. Даже кнопка подписаться есть. Смотрите, она даже здесь, на самом видном месте, чтобы сразу заходить. Ходишь в ангар и видел, красная кнопка подписаться. Надо с ней сразу решать вопрос. Нажимать на нее и подписываться на канал А4. Мы растем не по дням, а по часам. Это очень важно для нас. Подписывайтесь на канал, делайте семью А4 больше, и мы будем еще больше развиваться, еще больше вкладываться в ролики. И нам понадобится 800 таких складов, чтобы складировать все вещи для съемок. Все зависит только от твоей подписки. Подписывайся. У нас даже есть какая-то коляска для ребенка, но мне кажется, это Кобяков с дома привез, ну не спрашивайте. Блин, ну мне кажется, здесь я буду слишком приметный. Оно все такое разноцветное. Нужно найти что-то однотонное, интересное. Подождите, однотонное, интересное, необычное. А что, если я стану геликом? Ребят, мне кажется, я гений. Я гелик, гений. Слушайте, я придумал. Я еще зову бодиарщика, он меня рисует под гелик. Гелик здесь в безопасности. Я знаю Влада, он просто посмотрит, что он стоит, и все. А помимо гелика, здесь еще буду я. Короче, все, решено. Я стану геликом. Извини, пожалуйста, что я тебя ударил. Я походил еще немного по территории, посмотрел, где здесь можно еще спрятаться. И знаете, ребята, что я понял? Что вот это вот все выглядит, как моя первая идея с бассейном. Здесь есть сухой бассейн с шариками, в который можно просто запрыгнуть, загримироваться под эти шары. Меня вот здесь вот нарисуют. И лежать здесь, чилить в этих мягких шариках. Какой кайф. Всегда любил это в детстве. Кстати, ребята, здесь куча батутов сегодня у нас. Напишите в комментарии, кто любит ходить в батутные центры и купаться вот в таких вот сухих бассейнах. Пишите. Вот я, например, очень сильно люблю. Ну все, локация определена. Идем гримироваться. Художник уже готов рисовать на мне гелик. Я буду стоять вот здесь, и меня будут превращать в Гелендваген. Также смотрите, какие приспособления используются для боди-арта. Это у нас компрессор для воздуха, аэрограф. Тут какие-то всякие штучки, я боюсь это трогать. Я такого никогда не видел. Похоже... Похоже на татуировки. А еще аквагрим быстро смывается. Это огромный плюс, потому что у нас еще и завтра съемки. Поэтому надо быть чистеньким. Все, я уже стою, жду своего часа. Такое ощущение, что мне бьют татуировку по всему телу. Чувство какое-то отдаленное есть. О, татуировку мне тоже закрасить? Уже закрасить. Все, пропало. Чувствую холод. Круто получается. Я уже где-то на процентов 50 гелик, мне очень нравится. Сейчас будет ответственный момент, это лицо мне будут закрашивать. И увидеть, как это получилось, сможете только вы, потому что я не смогу.
В общем, я не знаю, как получилось. Хочу отметить, что эта краска на водной основе, она безопасная, все нормально, не переживайте. Это специальный аквагрим, как в парках рисуют, только здесь гораздо круче. Ну чё, подписчики, как вы думаете, видно меня или нет? Просто вы бежите кого-то искать, и здесь вот так вот гляньте. Мне кажется, получается прикольно. Все, я готов. Меня потом еще немножечко шлифанут, чтобы я был еще реалистичнее, но, ребят, зацените. Просто я закрываю глаза, становлюсь ровно, и все. Все, Глента нет, Глент пропал. Бам, Глент здесь. Короче, мне очень понравился результат. Мне уже сфоткали, показали, как я выгляжу. Мне кажется, шансы 50 на 50. Смотря как Владос будет тщательно рассматривать все детали. Если он будет просто идти в офис или на склад, мне кажется, найти меня очень трудно. Я уже готов гримироваться, посмотрите. Здесь я буду стоять. Сейчас вы меня видите, но через несколько минут вы меня совсем не узнаете. Я буду невидимый. Ой, так непривычно, на лице столько краски, что я вот еле двигаюсь. Глаза мои еле открываются. Но ролик мне очень нравится, мне уже не терпится посмотреть его, как я выгляжу с этой стеной. Я думаю, Влад будет нас очень долго искать. Ну что, вы меня видите? А я здесь. Мне кажется, я идеально сливаюсь со стеной, и когда Влад будет проходить мимо, он меня точно не заметит. Главное в это время не дышать. Все, идите. Блин, пока пацанов разрисовывали, на улице стало достаточно прохладно, но это все равно не помешает мне выиграть сегодняшнюю битву. Сейчас меня раскрасят вот под эти вот шарики, и я туда улягусь, собственно. Приступаем. Мои первые впечатления – это очень холодно. Но я настроен выиграть, поэтому я буду просто терпеть и превращаться в человека-шарики. Как классно получается. Напишите в комментарии, на кого я похож сейчас и похоже ли это на шарики. Я искренне верю, что да, и я имею шансы выиграть эту игру. Ну что, собственно, вот так вот я выгляжу на данный момент. Сейчас я залезу, мы примеримся, возможно, что-то подправим. Ну а то, что не будет закрываться краской, мы подзасыпем шариками. Шарики, кстати, тоже холодные. Оператор, меня видно? Я же говорил, что будет похоже. Ну все, теперь буду лежать здесь и ждать, собственно, пока Влад меня не найдет. Ребята, посмотрите, уже потихонечку начинает темнеть. А знаете, где я все это время был? Я пил чай. Мне очень понравились эти съемки. Я даже примерно не представляю, где пацаны, но у меня есть время их искать. Давайте, ребята, сразу переходить уже к делу и начнем по очереди. Вроде бы я там никого не вижу, никого нет, здесь тоже никого нет. Идем сразу в ангар. Так, я слышал, что Влад уже начал искать. Надо просто закрыть глаза, глубоко вдохнуть, глубоко выдохнуть, успокоиться и просто ждать. Не знаю, сколько еще ждать, но я уже немножко устаю. Так, так, так. Ребят, я пока что вообще не представляю, как они выглядят, поэтому нужно смотреть внимательно за всем. Так, никого. Потолок, может, где они? Здесь кто-нибудь есть? Нет, здесь никого. Поднимемся повыше, чтобы посмотреть на все это сверху. Так, слажу. Так. Где люди? Так, 100% здесь же кто-то должен был спрятаться. Ну такая огромная локация, ну это же логично, ну что, просто так ее надували. Хотя ребята могли так и подумать и специально не использовать эту локацию.
давайте еще смотреть. Тут вроде никого. Идем дальше. Блин, я в таком шоке сейчас. Он меня не нашел, представляете? Он был так близко к этому бассейну. Мне кажется, я нашел первого человека. Давайте пойдемте. Глеб, здорово! Ну, что сказать. Наверное, из-за того, что гелик очень привычный для моих глаз, и я даже пылинку на нем могу заметить, но здесь явно искажение по цветам. Ну ты бы мог место получше выбрать, ну какой гелик? Нет, гелик, я думал... Стал бы хотя бы с той стороны. Я просто думал, что ты на гелик будешь меньше внимания обращать, потому что он безопасный. Я, братан, я только голову поворачиваю, тут какие-то цвета, вот я думал, что случилось? Кто его сломал, разбил, поцарапал? Я все замечаю в этой машине, а тут просто объект блики, все вообще перемешано. А, блин, я первый? Да. Но, что тебе хочу сказать, качество работы великолепное. Но если бы ты стал на какую-нибудь новую локацию, которую я в первый раз вижу, я бы не отличил вообще. В следующий раз буду думать по-другому. Ну что, Глент, я посмотрел ангар, ту зону, и вот сейчас двигаюсь вот так вот. Сейчас пойду в офис. Тут есть кто-то? Не знаю. Ну вы бы так близко друг к другу бы вряд ли прятались. Вы что, мне еще машину покрасили? Это водная краска, там ты еще не видел, что с лампой сделали. Так, так, полки, доски, веревка, голова чья-то, инопланетянина. Блин, ну это же прятки, они все загримированы? Да? Значит, вряд ли кто-то сидит в коробке. Окей, это мне упрощает работу. Ладно, ребят, идем в офис. Дверь открыта на нижнем этаже. Так, так, так. Если кто-то спрятался в офисе, мне будет легко его найти, потому что, опять же, я эти картинки все видел. И, в принципе, я увижу отличия. Так что погнали. Так, так. У нас еще ремонт, не смотрите. Белые стены, сетки. Окей, в эту зону пойдем в последнюю очередь. Сейчас поднимемся быстренько наверх. Двигаемся наверх. Слушай, Саня, подскажи, пожалуйста, кто-то на крышу выходил? Нет, спасибо. Тут все чисто. Так, давайте посмотрим, что у меня в кабинете. Ой, что-то дверь не открывается. Он живой? Это скульптура? О, привет! Блин! Посмотрите на Глента. Серега, тоже спалили, да? Пацаны, я вам говорю, на самом деле нужно было снимать эти прятки в какой-нибудь другой новой локации, потому что я захожу, и я вижу объект другой. Я этот квадратик уже знаю, как свои пять пальцев. Я на этой планете от ее самого зарождения. Я, чтоб ты понимал, это гелик. Я гелик. Ох, можно выдохнуть наконец-то. Я уже стоял минут 40, наверное, здесь. Здесь люди по офису ходили и меня не замечали даже. Как ты меня заметил быстро? Периферическим зрением, пацаны. Так, здесь есть кто-нибудь? Вроде никого. Понятно, идем дальше. Так. Нам нужно вернуться. Как мне кажется, везде, где я был, людей нет. А вот этот есть коридорчик. Потихонечку начинаем его изучать. Так, подождите. Кобяков же уже выиграл 1000 баксов. Не понял. Ладно, но все равно его нужно найти. Так, тут смотрю в оба. Тут никого, тут никого. Шкафы. Пусто. Так, сюда нам уже заходить нельзя, поэтому вряд ли ребята спрятались вот тут. Так. Блин, ребята, все? А все. Я вернулся на точку старта. Я прочесал каждый сантиметр и каждый метр вокруг вообще всего ангара. Я не могу найти Кобякова. Не знаю. А ты знаешь? Честно скажи, знаешь? Я знаю. Значит, тебя не возьмешь в помощь. Ребят, ну все, я не знаю, где искать. Правда. Я прошел весь все по кругу, я не нашел. Я не понимаю. Я вам клянусь, ребят, просто клянусь, я не понимаю, где он, я его не могу заметить. Я понял. Короче, я хочу себе сказать, Кобяков, ну мне чуть-чуть просто подсказали, потому что я хожу здесь вокруг, и все с меня ржут. Кобяков, кстати, ты победил. Серьезно? Да, серьезно. Ну, похоже же, по цветам, по форме. Ты мимо меня проходил 3 раза. Да я говорю, я бы здесь вообще не останавливался. Я прошел по каждому аттракциону, в каждый заглянул, посмотрел что да как. Гони бабосик. Тебе карточки принимаешь? Принимаю, отправишь.
Реально, блин, мне это место очень понравилось. Сложно было тебя заметить. Окей, ребята, теперь вы должны меня найти. Вы идете, отдыхаете, пить чаек, как сделал это я. А я гримируюсь и прячусь. Изи, без проблем. Пацаны, я придумал игру внутри игры. Давайте я сейчас спрячусь, и у вас будет у каждого время, чтобы меня найти. И тот, кто найдет меня быстрее всех, получит еще 1000 долларов. 500. 500. 0. Ладно, 500. Все, я иду искать место. Все, пацаны, настало время искать Влада. Немножко потемнело. Это упрощает задачу Владу, потому что искать в темноте гораздо сложнее. Но мне кажется, мы-то втроем справимся. У каждого из нас есть по 5 минут. Кто начнет первый? Ну, давай ты и начнешь. Тебя первого нашли. Окей. Короче, ребят, мне кажется, что Влад хитрый. И он мог спрятаться в самом начале. Нет, все-таки здесь он не спрятался. Но было бы неплохо найти его за секунду. Тут нету никого. Владос. Ладно, здесь вроде бы нету. У меня осталось 2 минуты, я не знаю, где он. Может, в моем месте? Не, это слишком умно для него, он бы не догадался. Так, ну вроде никто не пищал, поэтому его здесь нет. Осталась минута. Ну, единственное, где он еще может быть, это на этой горе, но я не уверен. Так, что у нас еще есть? Я все обсмотрел. Ну туда он точно не пойдет, 100%. 15 секунд, я не знаю, где его искать. Маловероятно, что он здесь, но попробовать нужно. Владос, тут гелик пробили. Время вышло. Фух, я уже прям успел нормально так побегать. Ребята, я не нашел. Пойду обрадую пацанов. Ну что, Глент, нашел? Хочу сказать только одно. 500 долларов я не заработал. 5 минут очень мало, вы обалдеете. Короче, тот, кто пойдет сейчас, тому повезет. Потому что еще хотя бы чуть-чуть что-то видно. Потому что последний человек я будет иду. Искать... Я иду. Ну все, тогда, Серега, ты иди. Так, надувной город, я думаю, Глент уже весь изучил. Но на всякий случай быстренько глазком пробегусь. Влад, ты тут? Мы уже закончили играть. Не отвечает. Так, о, лего-стенка. Точно, надо бежать к гелику. Здесь нет. 30 секунд. Так, где-то тут. Может быть, возле мотоциклов? Нет. О, что? Офигеть, Влад, я пробегал мимо, не замечал тебя. Офигеть, это замаскировали. Все, ребят, только спрячьте пацанов куда-нибудь подальше, чтобы вообще они даже намека не видели, что я где-то в этой части. Ребят, я хочу спрятаться в лего. Я сейчас встану в этот угол, максимально закрою себя, оставлю только вот столько и буду надеяться, что они меня не запалят. Все, погнали. Давайте быстрее, быстрее. Я еще сюда поставил белую, посмотрите. Перепутают с волосами. Ну что, кто там первый попытается меня найти? Это что получается? 500 долларов мои? Так, слушай, еще у нас еще один участник. У тебя какое время? 4:45 у меня. Ты молодец. О, ну что? Пацаны, я вас огорчу. 500 долларов, наверное, у меня же есть в карманчике будут. Да, я его нашел, но где, конечно же, не скажу. Сколько времени тебе понадобилось? 4:45, наверное, секунд. Угу, значит, он, возможно, далековато отсюда. Пошел, пошел искать кобяков, так, быстро! Так, мое время пошло, погнали! Влад, ты здесь? Так, может, здесь? Нет, здесь его тоже нет. Так, я прошел сейчас через все батуты, через все горки, и его там нету. У меня остается совсем немного времени, поэтому я принимаю решение бежать в офис. Погнали. Хм, странно, на офисе уже никого нету. Влад, я здесь, выходи. Хм, в шкафу его тоже нет. Может быть, в его кабинете? Горит свет. Хм. Не, ну он бы здесь точно не смог спрятаться. Так, ладно, в офисе его нет, значит, бежим опять на улицу. Так, из офиса выбежи, и у меня сразу гелик и склад перед глазами, поэтому включаю бинокль. Его там не видно. Есть у меня еще одна идейка, где можно проверить, где я не проверял, когда бегал мимо горок. Сейчас вам покажу. А кто это у нас тут стоит? Здравствуйте. Как оно? Тебя точно больше 5 минут не было? Да нет, не больше. Ровно 5. Ну что? Ну как тебе мой макияж? Ну, можно было и лучше, как, к примеру, я, но достойно. Да, блин, мне кажется, меня вообще не видно. Я достал телефон, открываю фронталку, а там стена из лего. Ну все, вылазь.
Ты даже себе не смог ноги накрасить. Я подумал, так будет быстрее, потому что темнело уже. Ладно, пойдем к пацанам. О, пацаны, ладно. Я его нашел. А где ты был в таком виде? В Лего? Да. Это Лего! По ощущениям, Серега нашел меня быстрее, чем Кобяков. Поэтому, Серега, Apple Pay. Окей, потом переведешь. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео и наши образы. За это, мне кажется, можно и лайк влепить. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4, Гулен, Кобяков, Серега. Всем пока-пока. Гулен, Кобяков, Гулен, Влад,